И на девятом месте у нас Эльтроник 2028. Стоит она до 5000 рублей. Она уже побольше. Также спереди все управление, подсветка. Есть телескопическая ручка. Весит она около 3 кг. Есть колесики для транспортировки. То есть можно ее катать. Что ж, послушаем. Play by USB Drive. Отключаю петличку. Даже бас прослушивается небольшой. Ну вот так отыграл 2028. Да, для небольшого помещения, куда-то в деревню поставить так, чтобы для фона музыка играла, этого вполне достаточно.